До нас сьогодні завітав наш постійний експерт, історик Валерій Чернявський. Вітаємо вас. Добрий день. І в першу чергу я пропоную вам згадати для наших телеглядачів, нагадати про останні дні війни та підписання акту про капітуляцію. Ну, собственно, там была сложная история. В конце апреля, начале мая Красная Армия прижала вермахт уже вплотную к Берлину, и уже, в принципе, бои шли в самой столице Рейха. А если говорить о подписании этих актов, первая попытка имела место быть еще 2 мая, когда фактически представитель сухопутного командования вермахта был уполномоченным вести переговоры о перемирии. Однако ставка высшего командования в Москве дала следующую инструкцию, в которой, собственно, красным по белому писалось, что ни о каком перемирии, только о безоговорочной капитуляции. Договоренность не была достигнута, советское командование поставило ультиматум, ультиматум не был выполнен, и фактически начались масштабные боевые действия в центре Берлина, то есть фактически на тот момент, и если уже говорить, собственно, о подписании самого акта капитуляции, он состоялся фактически на рубеже 2 дат, то есть это 8 мая и 9 мая. Фактически вступил в силу этот закон, этот документ, который подписали представители всех родов войск Рейха, поскольку вы знаете, что в целом политического руководства страны на тот момент уже не было фактически. Подписали его представители Вермахта, представители Кригсмарин и Люфтваффе, то есть военно-воздушных сил Германии. Начал функционировать этот документ приблизительно в 0 часов 01 минуту 9 мая. Щодо саме 9 травня, історично відомо, що за декілька років після завершення Другої світової війни Сталін заборонив відзначати 9 травня. Як це вплинуло на відзначання цього свята і як це було сприйнято населенням? Ну, собственно говоря, 9 мая, если говорить о дате, которая отмечалась, то фактически она начала отмечаться практически сразу же после подписания капитуляции. Но другое дело, это не был праздник. Праздником 9 мая стало спустя уже существенный промежуток времени, спустя 20 лет после окончания войны. Это был 1965 год, если я не ошибаюсь. И связано это было с объективными процессами, политическими прежде всего. Ну, во-первых, образовался определенного рода разрыв хронологический между войной и нынешним днем. Выросло целое поколение детей, которые не знали войны или знали о ней косвенно. И в этом отношении, собственно говоря, вот война, так и сама День Великой Победы, да, он становится элементом коммеморативной политики или политики памяти, когда, собственно, власть формирует тот или иной образ прошлого, который ей выгоден в каких-то, собственно говоря, конъюнктурных обстоятельствах. Здесь не только проблемы Советского Союза, все модерные государства живут так же. Собственно, у всех есть своя политика памяти. Ну вот такое она стала формироваться. Собственно, 9 мая было превращено в официальный государственный праздник и стало набирать, ну, соответствующую, собственно, атрибутику. Это обязательно военный парад, это обязательно специфическая символика, это обязательно чествование ветеранов и так далее, и так далее. То есть это своеобразный социальный ритуал, если хотите. Относиться к нему можно по-разному, конечно. Вже декілька років в Україні відзначається 8 травня як День пам'яті та примирення, та 9 травня як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Тож, якого з нового змісту набуває ця дата 9 травня у сучасній історії? Сложно сказать, почему? Потому что у нас, ну, в моем субъективном понимании, государственная политика памяти, она слишком хаотична. Я не до конца понимаю, что на выходе, собственно, руководство государства хочет получить, используя данного рода политику. Ну, давайте возьмем хотя бы вот, собственно, Маківку, да, яку ми зараз буквально на кожному кроці бачимо. Ну, можна использовать этот символ, но он уже занят. Мак – это символ чествования погибших в годы
Первой мировой войны в Западной Европе. Почему он у нас приобрел вот такое значение, ну, мне как-то вот сложно понять. Но, наверное, здесь, знаете, существует такой вот своеобразный компромисс, как я это понимаю, что у нас существует так или иначе существенная группа людей, которая воспринимает, ну, собственно, советскую версию событий Великой Отечественной войны, ну, как они ее называют, да, допустим, или Второй мировой, как она официально у нас сейчас именуется. А для них 9 мая, безусловно, это существенный момент. И в этом ключе бы я бы сказал, что просто отказываться от этой даты сразу просто власть имущим невыгодно, поскольку это не повлияет положительно в плане сбора электоральных преференций на ближайших выборах. А девятое, ну, это вы знаете, что мы вот, ну, немножко в Европу ушли, что вот мы вот как европейцы, ну, здесь тоже можно критиковать по-разному эти две вещи. Но кто немножко, скажем, знает историю Второй мировой войны и держал в руках такой документ, он, кстати, переведен на все языки, есть в интернете, это план ОСТ, который, собственно говоря, ну, ярко демонстрирует, что война на Восточном фронте была другой, совершенно другой. И, скажем так, цена победы и поражения была другой. В этом отношении, ну, безусловно, если возможно для Западной Европы это и день примирения, для нас это день, когда мы выжили как культура, выжили как этносы, прежде всего украинский, белорусский и русский этнос, восточнославянский, которые составляли ядро Советского Союза, да, они отстояли свое право на жизнь, потому что в противном случае их ожидала ассимиляция и превращение, собственно, в рабоче-сырьевой придаток рейха. И это обстоятельство тоже совершенно объективно, поэтому для нас все-таки, ну, я как специалист в вопросах Второй мировой войны могу сказать, цена победы выше стоит. И цена бы поражения была, соответственно, другой. Адольф Алоизович Гитлер, он не ставил за цель упразднение Франции и французов. А если вы посмотрите план ОСТ, только 40% украинцев считались расово полноценными и пригодными к германизации, то есть обладателями, собственно говоря, нордических расовых черт. Другой вопрос, что сложно понять, что, собственно, Адольф Алоизович имел в виду, и теоретики, собственно, расовой теории, поскольку, ну, антропологические отличия минимальные на самом деле. Но вот, собственно, больше половины этнических украинцев подлежали, по сути, либо депортации, либо физическому уничтожению. То есть это как бы официальные документы, которые существовали в Рейхе. Это те вещи, которые отражали, собственно, планы. Ну, французам это не угрожало, они были расово правильные ребята. Ровным счетом, как это не касалось ни одного германского народа Западной Европы. Поэтому, ну, дорогие друзья, ну, как, о каком примирении речь идет? Ну, нас хотели истереть. Это не был конфликт, это была борьба за ресурсы. Это была борьба за жизненное пространство, и, собственно, нас рассматривали как, собственно, лишних на этом празднике жизни. Поэтому, ну, я лично от себя считаю, что, ну, как бы, ну, можно, конечно, примириться, но ведь же, собственно, это не была драка, это не был конфликт, это не было решение какого-то вопроса, это была война на уничтожение, по сути, и, как бы, тому масса подтверждений. Дуже гарно. Ви зауважили, що варто звертатися до архівних документів. А ось щодо музейних експозицій, що саме цього дня, 9 травня, можна запропонувати до перегляду миколаївцям? Ну, до перегляду миколаївцям можна запропонувати стаціонарну експозицію Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Це, безумовно, музей підпільно-партизанського руху на Миколаївщині, який відкритий для відвідувачів. Ну, і, власне кажучи, я так розумію, що все ж таки 9 травня в нашому місті відбудеться маса заходів, які будуть присвячені цій події. А саме щодо музейної експозиції, хотілося б дізнатися, які, можливо, пам'ятки збереглися з часів Другої світової війни, які будуть цікаві для нашого покоління? Ну, здесь, ну, знаете, наверное, все-таки шире надо смотреть на этот вопрос, брать еще во внимание архив. У нас сохранилась шикарная коллекция документов, которые отражают работу Николаевской городской управы времен оккупации, которые отражают в целом характер оккупационного режима, отражают политику оккупационных властей к нашим промышленным предприятиям, которые были. Николаев тоже очень интересное место, почему здесь не было такого жесткого оккупационного режима, как, допустим, даже в соседнем Херсоне, потому что немцы были заинтересованы в военно-промышленном комплексе города. Этот момент есть. Если брать краеведческий музей, ну, у него другая
опережая немножко цель. Он, собственно, сохраняет, с одной стороны, пласт материальной культуры в первую очередь. Но вы, безусловно, найдете в музеях города, это прежде всего образцы амуниции, униформы того времени, вещи, которые просто отражают солдатский быт и лишний раз нам напоминают, что, собственно говоря, знаете, можно без конца спекулировать вокруг войны, героизировать ее, но, собственно, героизм военный – это такая штука, которая хорошо воспринимается с экрана телевизора, но не дай бог кому-то стать героем войны, знаете, мое субъективное мнение. Дякуємо вам, що сьогодні завітали до нашої студії, за те, що з вашою допомогою ми змогли поринути у минуле, заглянути, як це було історично, згадали події 9-8 травня. Я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні до нас завітав історик Валерій Чернявський.